Без цемента невозможна никакая стройка. 50 лет исполнилось лидеру по производству этого стройматериала на Северном Кавказе – предприятию «Кавказцемент». Полувековой юбилей отметили на площадке у Джигуты церемонией награждения лучших сотрудников и праздничным концертом. Подробности у Али Баташева. «Кавказцемент» был основан на джигутинском месторождении известняков и глины в 1972 году. В 1974 завод уже выпустил первую продукцию – клинкер и цемент. В качестве топлива используется мазут и природный газ. Сегодня «Кавказцемент» – ключевой поставщик цемента в Северокавказском и Южном федеральных округах и один из самых востребованных в нашей стране. С 2004 года входит в состав крупнейшего холдинга «Цемрос». Сейчас производственная мощность предприятия составляет около 3,5 миллионов тонн цемента в год. Полная автоматизация производства от карьера до упаковки. Сергей Гребенец работает на цемзаводе 33 года. Раньше люди носили мешки руками, сейчас погрузчиками носят. А сколько всего, сколько мельниц, сколько оборудования. Безусловно, идем правильно, идем верным путем. Евгений Беспалов пришел на «Кавказцемент» в 1981 году. Работал на разных должностях. Машинистом тепловоза, начальником цеха. На данный момент мастер по ремонту железной дороги. То есть это рельсы, шпалы и такое, в таком плане. Вы испытываете гордость за свою работу? Что-то полезное производите? Да, конечно. Если не будет железной дороги, наша продукция с цемзавода, как говорится, не уйдет. А это движущая сила. Главная движущая сила «Кавказцемента» – это его работники, отмечали организаторы праздничного мероприятия. Виновников торжества поздравили руководство предприятия и приглашенные высокие гости. Хочу поздравить коллектив, руководство. Благодаря вашему труду, благодаря династии из поколения в поколение, передача опыта, мы производим самый лучший цемент, самый качественный цемент, который идет во благо развития не только нашей республики, но и всей страны. Мы по праву абсолютно созидательная профессия. И поэтому мы создаем города, дороги, парки, школы, сады. Ведь именно из нашего продукта все эти объекты воплощаются в жизнь. За многолетний добросовестный труд многих достойных работников «Кавказцемента» наградили различными государственными и ведомственными наградами. Праздничный концерт открыл государственный ансамбль танца «Эльбрус». Свои самые известные хиты исполнили группа «Джигитей», Ачар Меремкулов, Марьяна Алботова, Алика Богатырева и другие исполнители и творческие коллективы республики. Порадовали публику и приглашенные гости Ислам Итляшев, Эльдар Агачев и танцевальный казачий коллектив «Вольная степь» из Ставропольского края. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.